Что, не отвечают тебе танки? Абханчик, пошли нас вон. Это вообще законно, я на 250-м пале, ебать, дал больше хпс, этим 264-й ржам и 262-й. Ну ты хапал. Мне ршам пишет, это вообще законно, ты чё за читер, блядь? Ебать его. Не выходи только, подождем, танк зайдет и выйдем. Что за вид танк твой? А долго? Ок.
Я вот не понимаю, хули, паладин, блять, вот я повешал на чувака частицу, нахуя вторую на него? Еще один танк, повешал. Зенит, нет. Что я тут? Как яблочко. Нифига, завезли сливы, я, короче, сливку купил. А, бля, нихуя ты. А чё сегодня? Что? Охота сегодня. Что? Охота на чудовище сегодня? Да, сегодня там 18.30 и 19.10, а потом в 21, по-моему, 30 РС-25. РС-25. Да, проф нужен. Ого, Рога сразу даже КД принял. А зря. Да. Ты там еще с кораблей ничего не ролил, я надеюсь. Ты там сапоги. О, 3 минуты, ебучка. Мечтаю о сапогах с кораблей. А, стой, сапоги, это не, сапоги это потом. Три минуты дали. Нет, все остальное понятно. Если никому не надо, как бы за дизенчантка. Да ты проверь, все тут есть или нет? Да кому нужна ткань? Ну мне точно она не нужна. Роги, охотник упал, никому не нужна. 255 плюс, какая ткань? Там вообще. Ой, шаман здесь такой. Ну Рога хорошо одет, как бы все грамотно, все камни, чарки, все есть. Билд нормальный, как обычно. Короче, офтанка только не хватает, да, я так понимаю? Ну это я себе заберу на хаппеста или на ДЦ. На ДЦ тоже дух нужен. Ага. Шаман, а ты в голосе, да, тут? Я понял. А почему решил пожертвовать подавлением дымаги вместо языка пламени, там, понимаешь, который апает твое оружие? Ну, чарку на оружие, типа, вот эту. Как он? Оружие стихии, типа. Просто подавление дымаги, ну, как качественное. Баф такой, на танков, да и вообще на рейд. То, что, ну, билд хороший, как бы, все круто. То есть, вот такой билд, как у тебя, это классный билд для этой, скажи, я скажу. Ах, валитрию захиливать. А когда, типа, ну, понял, там, на босс,